С 10 сентября в Волгограде в сквере у памятника Ленину, расположенному напротив здания правительства региона, работает круглосуточная общественная приемная депутатов фракции КПРФ областной думы. Ежедневно с 6 часов вечера здесь проходят митинги и сбор подписей за признание выборов в Волгоградскую городскую думу незаконными. Также волгоградцам предлагают поставить подписи и по требованиям отставки губернатора Сергея Баженова. За 5 дней было собрано более 1000 подписей. 15 сентября в Волгограде проходил 5-й митинг протеста. Перед собравшимися выступил депутат Астраханской областной думы, член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» Олег Шейн. Он специально приехал в Волгоград из Астрахани, чтобы поддержать участников акции. Ранее «Кавказский узел» сообщал о том, что Олег Шейн дважды выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Астрахани в 2009 и 2012 годах. Вы очень хорошо понимаете, в каких условиях сегодня находитесь вы. Вы реально увидели, что вы столкнулись не просто с какими-то мелкими жуликами, мелкими ворами, чиновниками-бездельниками, а вы столкнулись с совершенно алчной, наглой, агрессивной и ведущей себя полуфашистскими методами бригады. Причем я хочу сказать то, что было у нас, и чего пока еще, слава богу, нет у вас, в ходе избирательных кампаний, когда в 2009 году на наших активистов было совершено порядка 140 нападений. Когда людям бросали бутылки сжигательной смеси, когда сжигали машины, когда комиссии избирательные были насыщены бритоголовыми бандами, которые в упор, в тупую фотографировали наших женщин-наблюдательниц со «Справедливой России» и угрожали потом, что они знают, где учатся их дети, какие детские садики ходят их дети. И вот эта свора негодяев и бандитов, она сегодня находится здесь. Долг наш, и я говорю сейчас про себя и своих земляков, помочь вам в информационном пространстве, в юридическом поле, в режиме солидарности. И если будет нужно, если у вас здесь будет большой подъем, то астраханцы, не сомневайтесь, к вам сюда приедут целыми автобусами. Потому что сегодня остатки этой баженской криминальной группировки по-прежнему заправляют в нашем городе. Мы заинтересованы кровно в том, чтобы эту нечисть смести из со своей земли и с вашей. А даже если бы этот криминалитет сегодня не находился в Астрахани, все равно бы мои земляки к вам сюда приехали по первому вашему зову. Потому что все люди честные, люди, которые стремятся к тому, чтобы в нашей стране наконец была справедливость, чтобы в нашей стране торжествовал закон, чтобы люди сами могли формировать себе власть и менять ее, если власть их не устраивает. Все такие люди должны быть вместе, один за другого, один за всех. Потому что только в единстве, в солидарности может быть наш успех и наша победа. Поэтому я очень рад, что вы здесь находитесь, что вы сегодня показываете пример всем своим землякам, жителям почти 4-миллионной области, что никогда нельзя складывать руки, что всегда необходимо бороться и действовать. Потому что если ты борешься, у тебя есть шанс на победу. Если ты перестал бороться, ты проиграл изначально. А поскольку у нас с вами большинство людей, которые живут на заработную плату и которые стремятся к переменам в стране, то мы эту криминальную мерзость, мы ее уберем. И Волгоград должен стать для этого примером для всей страны. Спасибо. Митинг прошел без происшествий. По заявлению его организаторов, акция за отмену итогов выборов имеет бессрочный характер. 17 сентября в Волгограде состоится общий митинг оппозиции за честные выборы.